Сегодня начинается визит парламентской делегации Таиланда в Беларусь. В программе встречи в Национальном собрании и Министерстве экономики планируется, что делегация примет участие в бизнес-форуме, который пройдет в Белорусской торгово-промышленной палате. По итогам прошлого года Таиланд сохранил статус одного из крупнейших торговых партнеров Беларуси в регионе Юго-Восточной Азии. Основу белорусского экспорта в эту страну составляют колейные удобрения, шины, льняные ткани, стекловолокно. Из Таиланда в Беларусь импортируются химические соединения, хлопчатобумажные ткани, вычислительная, бытовая электронная техника. Национальный врачебный интернет-портал «Здоровые люди» презентовало Министерство здравоохранения. Проект создан на базе газеты «Медицинский вестник» и имеет 8 рубрик. Помимо русскоязычной версии, у сайта есть полноценная версия на белорусском языке. Кроме того, портал адаптирован для слабовидящих людей. Предусмотрена специальная форма, благодаря которой можно будет оставить заявку на освещение определенной темы. Белорусская капелла под руководством заслуженного артиста Беларуси Виктора Скоробогатого сегодня отмечает юбилей. 25 лет, как коллектив расшифровывает коды стародавних партитур и называет новое, значительное в европейской и всемирной культуре имена с белорусскими фамилиями. Полтора десятка опер, 3 балета, 30 ораторий и сотни белорусских камерных произведений. За четверть века белорусская капелла обогатила репертуары всех коллективов Большого театра оперы и балета Беларуси.